Быстрый и простой рецепт приготовления шоколадной глазури для тортика. В ковшик или кастрюльку высыпаем 2 столовых ложки с горкой какао-порошка. Туда же отправляем 80 грамм сахара, это где-то 1/4 стакана. И сразу же немного перемешиваем. После этого вливаем 3 столовых ложки молока. Это также где-то 1/4 стакана. Теперь все перемешиваем до однородной массы. Вот что должно получиться. Далее все это дело ставим на нагретую плитку и, постоянно помешивая, готовим, пока глазурь не начнет пениться. Вся масса, как видите, становится однородной и начали появляться пузырьки. Это значит, что все уже готово и можно снимать. Теперь даем глазури немного остыть. Вот такая красотища и вкуснотища уже получилась. Теперь можно добавлять масло. Сливочного масла потребуется около 30 грамм. Выкладываем его в теплую глазурь и перемешиваем до однородной массы. Такая красота у меня получилась. Шоколадная глазурь из какао-порошка готова. Теперь ей смело можно покрыть тортик, и поверьте, будет очень-очень вкусно. Как вы могли только что убедиться, рецепт очень простой и доступен практически каждому. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, кому понравилось. Всем пока и до новых видео.